Так, добрый вечер. Здравствуйте. Всем, кто нас будет дослушать. Сегодня у нас не совсем стандартная ситуация. Агасия, которая обычно является ведущим на этом канале, очень, как говорится, благожелательно уступил мне роль сегодня, значит, помучить нашего гостя, так как он считает, что у меня это может быть мучение, как-то более натренированный процесс. И я хотел бы представить, значит, зовут нашу гостью Ольга, она сама из Ярославля. Живет она, сколько вы здесь живете уже? С 15 года. Это уже получается 6 лет. Да. А в каком режиме живете? Ну, мы прилетаем в конце октября, улетаем в конце апреля. Ну, то есть фактически этот холодный зиму здесь, период, да, да, лето. А летом там сад, Ярославль, да. Ну, жаркий климат здесь нам тоже тяготит. Нет, почему? Я жила летом, да, нормально. Ну, конечно, жарко, но вода супер, все супер. Оль, а у меня такой вопрос, скажем, вот типа предысторию. Вот вы тогда рассказывали, когда мы с вами в предыдущий раз встречались, что вы к этому решению пришли не сразу. Сначала вы когда там лет, наверное, 12-13 назад приехали как туристы, по-моему, да? Ну да, первый раз мы с подругой приехали, потом второй раз с подругой были. Ну и как бы потом вот решился вопрос, что захотели купить здесь квартиру. Оль, а как вообще это решение пришло? Ведь у большинства людей какие-то, в общем, сомнения в душе всегда есть. Чужая страна, чужие деньги, другие. Ну, не знаю. Я как-то, мне почему-то здесь очень хорошо и комфортно. И поэтому я решила, и я в этом не жалею. Ну, нормально. Оль, хочу затронуть еще такой вопрос, который наверняка большинство, так сказать, на первом плане стоит с точки зрения принятия решения. А вот есть такое понятие «стоимость жизни». Вот хотя бы в общих чертах можно сказать, вот сколько у вас уходит, ну, хотя бы возьмем, скажем, сектор чисто продовольствия. Вот сколько уходит, если когда вы вдвоем с мужем? Ну, вы знаете, у меня никогда не было моды считать и записывать, сколько я трачу денег. Оценочно. Ну, вот у меня... Вот. Но, по крайней мере, на свой бюджет вдвоем даже с мужем, как бы мы жили в достатке. И все покупали, и все было. Ну, то есть фрукты, овощи, рыба, мясо, да. Вот на Новый год у нас всегда студень. Это как по-русски принято, да. Вот, ну и как бы... Ну, проблем не было в питании никогда. Оль, ну вот если такой вопрос еще задать. Вот с точки зрения стоимости жизни, скажем, когда вы дома живете... Стоимость жизни. Ну, здесь, это, конечно, где? Нет, здесь, конечно, бюджет, здесь то есть эконом. Меньше. А как-то оценить можно? Полтора раза, два раза меньше. Ну, я даже не могу сказать, не считала. Да. Ну, я не знаю. Судя даже, как сказать. Ну, в половину, может быть, нет. Но все равно дешевле. Ну, может быть, на одну четвертую, ну, на даже как-то вот. Ну, я не знаю. Ну, по поводу даже вот... коммуналки, там, за свет, за это, вот. Ну, по поводу продуктов, конечно, здесь бюджет... А еще вопрос, да. А вот качество продуктов, с вашей точки зрения? Мне очень все нравится. Ну, вот сравнивая с нашей родиной, есть какая-то ощутимая? Есть. Какую сторону? Лучшую, конечно, лучшую. Нет, у меня даже и дети приезжают, им очень нравится. И продукты нравятся, и как бы для них тоже цены нормальные. Ну, судя даже по стоимости, вот тот же йогурт, например, 1,5 килограмма, сколько он здесь стоит, и сколько стоит наша баночка там в России. А у нас килограмм банок вообще? Нет, да, 250 там грамм. Максимум. Те же деньги даже и дороже. Поэтому тут, ну, несопоставимо совершенно. Молочка здесь вообще потрясающая. Да. Да, да. Вот. И поэтому, ну, как бы очень нравятся и яички, и курица, и... Ну, я не знаю, здесь, конечно, для россиянина жить очень хорошо. Вот эконом-вариант. Вот как говорят, что там Турция эконом-вариант, то это действительно да. Ну, наверное, может, не совсем правильный термин. Не эконом-вариант, а он, как говорится, действительно ближе к возможностям. Ну, да. Просто дело в том, что, во-первых, россияне тоже все как бы разные по зарплате. Вот. И у кого-то другой есть достаток, там, у кого-то какой-то другой, там, ну, что-то, откуда идет лишняя, так скажем, копеечка. И поэтому... как сказать, господи, слово крутится. Потребность
к продуктам, ну, там что-то запрос, чего, да. Да, уже цены уже, конечно, уже разные. Кто-то, например, пошел, да, купил, например, там мясо по 70 лир, а кто-то, например, купил за там за 120 или как бы вот, ну, все разные. Даже вот, например, в плане вот, мы купили квартиру, у нас пустая была квартира. Мы покупали мебель, но мебель у нас была эконом-вариант. Как бы по деньгам и нисколько не хуже, но эконом-вариант. Нет, ну, есть да. Поговорка в поддержке про дождевые ножки. Да, да, поэтому, да. Кажется, да. У нас нет в квартире такой мебели шикарной, что там по 4, по 5 там, тысяч лир. Вот. Ну, как бы... Функциональное, устраивает, да. Удобное. Да, да, все хорошо. Оль, а хотел вот затронуть вопрос еще ЖКХ. В России эта тема достаточно болезненная. Вот здесь за квартиру какая у вас плата? Что туда входит? Ну, входит свет и вода. Вот примерно сколько за электричество у вас получается? Ну, вот последний месяц я заплатила 104 лиры. Если переводить на рубли, это вот сейчас... Ну, грубо умножить на 5. 600-700 грубо, рублей. Да, да, 600-700 за рублей за месяц. А за воду у меня пришло 35 лир. Ну, это вообще смешная сумма. Да. 100 рублей примерно. Да, да, да. Еще какой платеж? Ну, есть платеж вот Айдат. Айдат, да. Это за обслуживание... Это примерно 200 лир. Лир, да. Ну, 210 где-то. 200, да, да. Да, вот так, да. И еще у нас, так же, как и в России, но в России мы, пенсионеры, освобождены от налога, например. А здесь пенсионеры не освобождены. Здесь налог на недвижимое имущество. Сколько в год оно на вашей квартире? Ой, ну, в прошлом году я платила 153 лиры, но сейчас, наверное, подорожает. Это тоже 500-700 рублей. Да. В общем, сумма совершенно пассивная. Ну, если, например, курс лиры был 12 рублей, это... Ой, но это же годовой. Ну, естественно, год, естественно. Надо же разделить на 12, получается совершенно смешные деньги. А какие еще траты, вот кроме, знаешь, ЖКХ, продуктов, что-то еще, вот, бюджет какой у вас примерно уходит на какие-то повседневные? Средства гигиены, может быть, одежда, моющие, посуда, какие-то бытовые предметы? Ну, по поводу моющего, я пользуюсь фирмой Amway. Да. Мне очень нравится там для мытья посуды, я покупаю, его надолго хватает. Вот. Ну, шампунь, конечно, здесь я покупаю турецкий, тоже я как бы, ну, как парикмахер я разбираюсь, да, где чего, какие, да. Ну, а так, Оля, порошки примерно, тоже здесь хорошие, а кстати. В деньгах, вот сколько, помимо вот этого, там, сколько в месяц еще, там, 200 или 300 или 400? Чтобы как-то более-менее очертить вот эти расходы. Нет, я даже не знаю. Ну, например, на рынок, если пойдешь, да, там на рынок. Вот, ну, я не считаю... Вот, нет, на рынок... У меня что, есть деньги? Я рассчитываю, например, вот, есть у меня в кошельке, ну, например, там 100 лир, да, я пошла на рынок. Оль, еще такой нескромный рост. Ну, живете вы, по сути дела, на пенсии, правильно? Да. То есть та пенсия, которую вы получаете, вот, если не секрет, сколько она составляет? Смешная цена. Ой, это сумма 11 200. И вы вот в эти деньги практически более-менее укладываетесь? Я вообще укладываюсь в эти деньги. То есть я хочу... Но, как сказать, у меня еще есть здесь подработка. Нет, понятно, вы какие-то там еще источники там, может быть, там себе помогают, понятно. Но я просто, опять же, хочу это к тому подчеркнуть, что в принципе вот стоимость, опять же, возвращаясь к этому вопросу, жизни здесь получается даже меньше, чем в России. Оль, хотел еще вопрос задать. Мы с вами когда в прошлый раз встречались, у нашей общей знакомой, которая тоже, в общем-то, участвовала в съемках ролика примерно больше года назад у других блогеров, и она очень четко приводила, значит, свою, как говорится, всю вот эту вот кухню, что она покупает, какое количество, по каким ценам, и бюджет у нее получился где-то там 17-18 тысяч. Вы сказали, что вы укладываетесь даже в 15 тысяч. Вот если, конечно, брать чисто продукт, это, наверное, так и есть, если переводить на рубль? Нет, ну это, конечно, так, потому то что... То есть это реально? Реально. Просто как бы здесь магазины, ну так же, как и у нас сетевые. Разные, например, да. Пятерочка, Магнит. А да. Здесь, например, Бим, Шок, да. А101. Вот. И есть, например, магазин Мигрос, где более дорогие цены. Там выбор. И поэтому как бы... Что-то вот, например, из овощей там когда-то бывают скидки, когда-то бывают акции.
И поэтому посмотришь, здесь так иной раз в этих магазинах бывает дешевле, чем на рынке. Да, точно. Вот. И поэтому очень интересно ходить гулять и смотреть, где какие акции. Вот на данный момент я недавно купила пылесос. Во 101 была акция за 499 лир. А насколько он по акции был дешевле? А по насколько был дешевле, не знаю, но по магазинам я смотрела, то самый дешевый пылесос это стоил где-то 830-1300 лир. Практически в два раза. Вот, да, и поэтому вот как бы я очень довольна. Я могу от себя еще добавить, мы как-то гуляли, значит, по улице, и с одной женщиной разговорились. Практически на всех магазинах висят какие-то огромные транспаранты. Да, да. Мы думали, это чисто рекламные какие-то. Нет, это вот акции, которые... Акции. Да, причем, да, что да. меня больше всего изумило, там написано, какие числа да, эта акция начинается. Да, да, то есть ты можешь заранее как-то спланировать свой приход. И там скидки достаточно большие. На некоторые позиции там чуть ли не 1.5-2 раза. Да. Причем достаточно дорогостоящие. Вот в этом плане, да, здесь и хорошо. А такой вопрос чисто практический. Вот многих там, скажем, возникает. А как вот круг общения? Здесь вы какие-то проблемы испытываете или быстро нашли себе друзей? Ну, я человек такой общительный, коммуникабельный, да, и как бы для меня проблем нет, и у меня здесь уже очень много друзей, подруг, и мне не скучно. То есть вы не чувствуете оторванность? Нет, абсолютно. Нет, нет. Плюс наверняка ведь есть штука такая WhatsApp, которую, я думаю, знают да, все. Да, есть, ну, интернет связи, есть, да, интернет, на связь, да. Да, с домом, с детьми, там, с подругами, которые там в Ярославле. А если когда я в Ярославле, значит, я сюда звоню. Оль, еще так. Вопрос. Вопрос вот транспорта. Как вы перемещаетесь по городу? На автобус, пешком, на велосипеде, на электрических штуках? Нет, у меня велосипед. Муж тоже ездил на велосипеде. Я на велосипеде тоже езжу. Вот. А так, если, конечно, там, например, в Аланию поехать, то, естественно, я езжу на автобусе. У меня автобусная карточка. И... А сколько стоит проезд на автобусе? 4.10. 4 лет. Да. Ну, то есть, если посчитать на наши рубли, это надо умножить где-то 20-25 рублей. Ну, вот, например, если... Я вот просто тут считала, что если, например, у меня есть живые лиры, да, и я их кладу на автобусную карту, и я еду в автобусе, я плачу 4.10. Но если, например, у меня деньги на этой карточке заканчиваются, и я плачу... нет, я плачу кредиткой, у меня кредитная карта Сбербанка, то у меня там тоже списывается 4.10, но судя вот по тому курсу, который сейчас, то у меня списывается 24 рубля всего. То есть практически один в один получается? Да. Или даже меньше? Меньше, меньше, выгоднее. Замечательно. Ну, а если, например, у меня, ну, так скажем, если карты нет, да, и у меня наличка, то наличку я должна заплатить 6 лир. Странно. То есть автобус, если покажете 4, а наличка да, 6? Да, да. Очень странно. И там еще в автобусах продаются карты, например, у кого нет. И эта карта 12 лир стоит, и она на 2 пути как бы туда и обратно. Ну, на 2 поездки, так скажем. Оль, а еще такой вопрос, если, конечно, вы так более-менее что-то регулярно покупали, а вот с точки зрения каких-то там предметов одежды, ну, вот дешевле, дороже, чем в России, при сопоставимом качестве? Ну, я даже, ну, как сказать, вот, например, дети у меня были в ноябре месяце, и дочка в Вайкики купила и себе спортивные костюмы, и внуку, и внучке, в общем-то, как бы довольно-таки нормальные цены. Ну, то есть она предпочла купить здесь? Да, да. То есть, видимо, и по да, качеству, и по цене да. Ну, по качеству здесь, конечно, да. Качество здесь хорошее, ничего не скажешь. Оль, а вот такой вопрос. Вот вы тут зимуете. Вот какая погода зимой? Потому что у многих тоже непонятно. Там вроде бы говорят тепло, кто-то говорит холодно. Ну, зима разная бывает. Бывает дождливая, бывает теплая. Но мы, у нас просто, понимаете, у нас квартира очень теплая, мы в середине, у нас тепло. И мы за прошлую вот эту зиму, мы, ну, может быть, раз 5 всего лишь включали кондиционер, и то на 5-10 минут. Всего? Всего. А так у нас нормально, у нас тепло в квартире. То есть комфортной температуры практически не требуется включение даже кондиционера? Да, да. Ну, это действительно замечательно. А куда окна выходят? Юг, север, запад, восток? Ну, если на сторону моря, на сторону, юг, да, то на есть юг. У вас южная сторона. Да, да, у нас южная сторона. У нас солнышко, да, да, да. Только когда пасмурно, иногда да. Ну, смотря, это как дожди, например. Если дождливая погода, там сырость и все вот это вот,
И если, например, тепло, ну, бывает, что холодно. Ну, ну как холодно? 13 градусов, ну, например, да, там. Это не 13, да, минус, да, 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 это все равно. Оль, а вот такой еще вопросик. А вот по прошествии, там, скажем, срока вашей жизни, у вас, вот, как говорится, ну, мнение, что ли, о том, что вы сделали правильный выбор, то есть плюсов гораздо больше, чем минусов? Конечно. А я даже об этом не думаю. Совершенно. Я не думаю, что я неправильно сделала. Я очень довольна. Вам здесь, в общем-то, комфортнее, да, даже, чем... Да, да, даже моим всем друзьям всем нравится. То есть практически все, да, кто приезжает, все, да, оказываются положительные. Да, да. А вот я не знаю, вы кому-нибудь могли бы еще посоветовать, вот, скажем, нашим зрителям, которые смотрят? Ведь у многих, наверное, представление о Турции, как какая-то инкогнита. Во-первых, там, банально скажу, живут турки, они мусульмане. Да, ну... Это уже все, это уже все было в прошлом, потому что все это надумано, сейчас наш Махмутлар уже скоро русским будет. Ну, в принципе, да, в магазин приходишь, многие там... Да, очень много и эти, как его, и киргизов много, и казахов много, да. Украин, да, и из Питера, и из Москвы, это всюду как бы люди. Ну, люди, кто решается, я думаю, что они не жалеют, что они это делают. Ну, то есть, вот исходя из вашего опыта, наверное, можно такое, скажем, сделать, ну, не заключение, а какое-то предположение, что если у тебя положим, вот если два пенсионера, скажем, российской пенсии, там, ну, 14, 15, там, 16 тысяч, то есть бюджет у двоих пенсионеров, ну, при наличии, конечно, своего жилья, то есть вот эта его, скажем, сумма для жилья вполне нормальная. Нормальная, конечно, конечно. Ну, на данный момент это, конечно, да, хорошо. Просто как бы я не помню, в каком году было, или в 16-м, или в 17-м, когда курс лиры прыгнул до 30, то для нас, для россиян, конечно, это был шок. Вот. Но потом, слава богу, опустился до 28, по-моему, там, или 25 было. Но я хочу, кстати, коснуться. Сейчас у нас тут в Турции интересные такие события. С валютой местной происходит. Она то летела со страшной скоростью, да. Внезапно какой-то страшный бросок. Но опять же, вот я хочу сказать, даже если подбивать бюджет, с учетом того, ну, чем ниже падает лира, тем получается бюджетнее жить здесь. Ну, для нас, да. Вот, например, у меня, если нет ни долларов, ни евро, и я живу на рубль, для меня как бы на данный момент это экономнее, ну, лучше получается. Более бюджетно. Более бюджетно, да. Потому что если, так скажем, год там два назад, когда лира была 12, ага, курс, и цены были дешевле в магазине, а сейчас лира упала до 5, и в магазинах подорожала, как бы для нас это разницы нет. Не, ну я хочу сказать, вот я смотрю тоже, лира, конечно, упала очень сильно, и цены, с другой стороны, выросли в магазине, но они не настолько сильно выросли, как, да, упала лира. То есть там все равно есть, как говорится, ножницы, я думаю, процентов 15-20. Ну, и я смею высказать предположение, но это, конечно, мое личное оценочное суждение, что лира будет, к сожалению, а может, к нашему счастью, падать и дальше. Причем, я думаю, нам достаточно. То есть, в принципе, если, конечно, в России никаких сверх таких нормальных событий не случится, и рубль не улетит тоже куда-то вдаль света. Ну, посмотрим, то, время покажет. Здесь, да. Да, жить очень бюджетно. Да, время покажет. Ну, то есть, в общем и целом, если подводить, так скажем, какой-то итог предварительный по тем, что вы услышали, вы полностью, как говорится, получили все свои, как говорится, плюсы, которые предполагали получить. Никакого разочарования. Нет. Никаких, нет, ощутимых, скажем, недостатков. Нет. Ну, хорошо, но это же все-таки не рай на земле. Какие-то наверняка ведь есть минусы. Нет, ну минусы есть, конечно. Есть люди, которые живут, например, в турецких домах. У них там вот это, как, так скажем, коммуналка, там, например, 50 лир. А у нас, айдат, у нас получается дороже, потому что у нас бассейн, у нас тренажерка, у нас бильярдный зал, это все, да, сауна, души. Поэтому, конечно, у нас очень большая территория. И это, конечно, это все, за это приходится платить. Вот. Я хотел еще сказать, ведь разница, например, даже в жилищном фонде, вот, в Турции, в частности, в Махмутларе, не знаю, как в других районах, здесь так называемая организация жилья в виде СИТЭ, то есть отдельных таких обособленных комплексов. Да. Они огорожены, да, с видеонаблюдением, со своей инфраструктурой. В России практически ничего подобного нет. Только очень дорогих коттеджных комплексов, которые там действительно стоят сумасшедших денег.
Наверное, это тоже можно отнести к одному из плюсов. Ну, конечно, как бы вот, например, кто-то вот... Вот для меня было очень, так скажем, я заинтересовалась, что и бассейн, хотя я не... Ну, если море рядом, бассейн... Да, не так часто я пользуюсь бассейном, но, тем не менее, для меня море – это пройти, прогуляться. У нас море недалеко, и поэтому проблем-то нет. Но на тот момент, когда мы смотрели и проекты, застройки и всего прочего, как бы нас все устроило, и... Всем моим друзьям и детям нравится очень наш комплекс. Но некоторые, вот, например, уже люди живущие, то уже начинают понимать, что если, например, купить в простом доме, где нет такой этой инфраструктуры, то, естественно, там и экономнее, еще экономнее, что, например, там 50 лир заплатить или 200. Здесь вот очень интересная система, которая, с одной стороны, меня удивила, с другой стороны, приятно порадовала. Здесь, по сути дела, каждая СТ путем решения общего собрания определяет, на что они тратят деньги, сколько они тратят, устраивает ли управляющая компания. Да. И в случае, значит, каких-то сильных недоразумений, можно все это дело переиграть в ту сторону, которая примет решение. Правильно? Ну, в какой-то степени правильно, но здесь очень трудно бороться с управляющей компанией. Их проверять нужно, вот как мы в своем доме. Вот мы, ну, то есть берешь смету и смотришь. Да, мы втроем как бы выбраны в ревизионную комиссию, и мы проверяем свою управляющую компанию, куда и на какие эти идут наши средства. Ну, вот. То есть вы видите, на что... Ну, мы, да, мы их проверяем, хотя есть у нас и вопросы, и недовольствие, так скажем, к управляющей компании, но... Например, чтобы, так скажем, взять власть в свои руки и самим за домом следить и все, здесь, конечно, в этом плане очень сложно. Это кусок хлеба никто не отдаст. Ну, наверное, если есть общее какое-то решение, если там больше Ну, вот сейчас как бы было вот у нас собрание мы проводили, и на собрании много нас народу присутствовало, и как бы вот мы... Что-то у них приняли, что-то не приняли. Угу. Вот. И сейчас в январе месяце мы поедем в управляющую компанию опять проверять затраты, на что у нас потрачены были наши средства. Я хочу сказать, просто разгул какой-то демократии. Я вообще физически не могу представить, что прийти там, скажем, мы сами из Москвы, в управляющую компанию, потребовать какую-то отчетность. А мы имеем полное право. Да, здесь вы имеете право и возможность пользоваться этой. То есть это вообще, конечно, по сравнению с Россией, радикально. Ну, в России-то там у нас все равно немножко по-другому идет. Там просто все деньги идут куда-то в непонятном направлении. Да. Вот, ну и здесь тоже так же мы не знаем. Масштабы, наверное, не те. Да, потому что если, например, у нашей управляющей компании, так скажем, у них 18 домов, и заработок и все прочее там не слабо стоит в отчетности, и поэтому... Они в первую очередь всегда выставляют, кто не заплатил Айдат, кто заплатил. А есть люди, которые, вот, например, мы вперед, например, оплачиваем. Они это умалчивают иной раз, но мы это тоже подняли. А вот. У вас все-таки в руках есть какие-то рычаги, которые, если уж там совсем народ потеряет берега, вы можете их достаточно быстро. Ну, поставить. Как бы сейчас мы вот за это взялись сами. Потому что в нашем доме все уже квартиры проданы. И поэтому как бы вот свой костяк мы организовали и уже думаем, что вся наша ситуация наладится. Короче, вот, подводя, если так короткий итог, то можно говорить как бесконечно. Наверное, вы вот со своего, как говорится, опыта и жизненного, и нахождения здесь совершенно четко можете порекомендовать людям, у которых есть возможность, желание приехать сюда и попробовать жить здесь. И думаю, что не будет никакого разочарования. Нет, конечно, я об этом всегда всем своим друзьям говорю и подругам. Что даже прежде чем купить, нужно приехать, посмотреть, да. Что-то можно выбрать, что-то нет. И поэтому уже как бы я всем советую своим знакомым. И выбор большой, скажем, ту компанию, которую мы сейчас представляем, может провести абсолютно бесплатно, типа экскурсионного курса по тем объектам, которые в принципе можно рассмотреть. Ну, объекты, так скажем, в этом проблем нет. Да, безусловно. Вот, поэтому Но как надо бы... Надо приезжать и смотреть. Надо приезжать и смотреть. Думаю, что разочарование точно не будет. Нет.
Я думаю, что нет. Судя, как бы, во-первых, и для здоровья хорошо, а еще я хочу сказать, что здесь очень хорошие медикаменты. Да. Вот, здесь подделок нет, и по стоимости. Вот, и поэтому, как бы, имея и комет, и, пожалуйста, там и в поликлинику, и вот, ну, не знаю. Безрецептурное лекарство, вот я сегодня сходил, купил там одного препарата, по сравнению с Россией он в 4,5 раза дешевле. Да. Причем, когда я поинтересовался, значит, во всей Турции на один и тот же препарат одинаковые цены во всех аптеках, за подделку там чуть ли не до 25 да. лет. Да, в этом плане здесь, да. Не говоря про то, что забирают лицензию, закрывают навсегда. В этом плане, да. Дорогие зрители, мы стараемся ради вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики на нашем канале. И комментируйте. Для нас это очень важно. Все, берегите себя. Спасибо вам за всю информацию. Всего хорошего. Всего хорошего. Пока-пока. Я ушел снимать дальше.